Все равно здесь останусь. Вот так, Италия, Испания. Как будто где-то... Нет, Италия, Испания. Это Грузуф надо ехать, вот, да? Грузуф и как маленькая Италия там, да. Вот Грузуф это, да, под Ялтой там. Значит, опять на мою руку смотрите, подойдите там. Ну, здесь тоже необычно. Бухточка такая. Значит, смотрите на земные руки. Вот вы видите строение, да, бетонное такое, всякие подпорки, опорки. Это и есть вход в эту самую подземную, подземный завод этих лодок подводных, где сейчас макеты. Тоннель прорыт метростроевцами, сквозной. Это гора Тавр, вот, и сквозной тоннель прорыт, общей длиной 20 километра. И куда он прорыт? На море туда? На следующий, да, на выход. А, моря, на выход к морю, бухта эта. Поэтому наши подводные лодки прямо глубоко из-под воды в этот тоннель подводные ходили, поднимались и так далее. Вот сейчас там музей, а, и 500 рублей, кажется, я смотрел, что они не работают. По причине, не знаю, у них такое бывает. У них дома и месяца. А не ремонтируют, ремонтируют. Нет, уже на Тихом флоте, где? На Тихом флоте и Северном флоте. Пойдемте дальше. Еще раз, кто не слышал, пляжей здесь нет. За них надо платить на вот этих катерах и уезжать на пляж. Это просто бухта, да? Вот бухта и бухта, все, да. Бухта для... Она сейчас перестраивается. Здесь будет европейского уровня марина через пару лет. Уже вот эти катерки тоже не будут. Это город... Город Балаклава. Нет. А, Севастополь. Балаклавский район Севастополя, да. Ой, ничего нет, да? Нет. Подойдите к нему. Вот, носик посмотрите. Запомнить наши правила простые. И не слышать. Смотрите, нет, они отдельно ходят. Вот если поглядеть прямо, увидим вдалеке такой белый маяк, ага. Тень такой белый вдалеке. И слева тоже маяк. Вот это и есть створ. Там всего расстояние 40 метров. Крутые отвесные берега. Я, наверное, это подробно пишет. Когда читали его внимательно, сказали, вот это бухта, которую он имел в виду, вход в нее. То есть вот это вот вход в бухту. Секретная, да, в тумане, например, и на нее легко пройти. Крепость Кинбала, Генгельская, конец 14 века. Тоже не раз приходила из рук. Это вверху вот которая, да, там? Да. Генгельская крепость, разрушенная, она сыграла свою роль в годы Великой Отечественной войны, потому что она не была столь разрушена, как сейчас. И там стоит наш монастырь, хорошо закрывает. И последний тоже момент, к октябрю, к концу октября пришлось уходить уже, наш море уходить, отдавать ее. И обычно смотрите, что делают. Вот эта крепость генуэзская, вот сейчас я увеличивала на горе. А-ля Италия. Вот, это деньги, да. Ну, возвращается обратно. Все, рекомендую вам чуть-чуть пробежаться. Там, где мы вышли, остановка общественного, там туалет, там выпечка, там перекус. Да, пойдем, придем, прогуляемся. Да. Пошли, я тебе еще одно место покажу красивое туда. Сейчас я. Туда ближе, с правой стороны. Там можно сфотографироваться еще. Будет красиво очень. Скажи, красивое место. Да. И вот представляешь,
Ну да, ну улочки здесь обычные, а вот именно то, что вот это вот 40 метров, вот тут пролет, да, вот, ага, про который он говорил, ага. Это же вообще, это очень мало. А вот в горе, ну, 2 километра, тоннель. Ну, сейчас все для туристов. А я хотела чуть ближе еще вот крепость фотографировать. Можно зайти перекусить куда-нибудь, на обратном пути куда-нибудь. Я там взяла 2 бутерброда. Ой, здорово как. Балаклава. Тепло, как летом, да? Да. Такие здания красивые. Где тебе сфотографировать, Ира? Где? Тебя, говорю, где сфотографировать? Где сфотографировать? О, тут что-то грязное, там чище было море. Ну вот я хотела пройти чуть поближе, чтобы вот эту крепость снять. Сейчас, подожди. Так, что тут? Вот эта крепость генуэзская. Так, еще. Просто рыбка. Рыбкой пахнет? Или что это? Не рыбка? Или рыбка? Что это такое? А сколько стоит? От 150 рублей маленькая. Чем больше, тем дороже. Как они называются правильно? Устрицы. А, ну да. Так. И что, я можно прямо так вот скушать? Да, я могу открыть на месте и лимончиком сделать. И вы... Ну давай, проэкспериментируем. От 150. Ну вот по, на 100, 150. Да, на 150. Какой? Будете вы тоже здесь? Такая маленькая, что-то мы... Ну, да. Даня, у меня нет налички. У меня есть карта. Ну подожди, а там внутри все, да? 250. Но внутри тут будет достаточно мяса, потому что она такая довольно тягучая. Открывать это или другое? Я могу вам заплатить. А, да, а потом рассчитаешься. Лимончиком сделаешь? Да. Еще одну давай. Какую? Ну, тоже такую же? Да, да, примерно. Сколько моя? 250 рублей? Нет, вы держите отдельно, потому что Иринка попросила отдельно. Тут что-то будет? Это 200 рублей. Да? А, ну, это будет там. Сейчас посмотрим, что там. Да нет. Нет, я просто как бы не за один пацарь заплатить. А, ну, конечно, я тоже же посмотри, вот сейчас он ковыряет, что он там наковыряет. На 250. Так, где вы ловили? Расскажите чуть-чуть для моего канала. История. Вкусные они? Вкусные. Где вы ловили? На Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке. Сюда дорощенные здесь. Мальками везут сюда с Дальнего Востока. А с Дальнего Востока откуда? Я сама с Дальнего Востока. А честно, я вам не скажу. Приморье? Надо же, а? Вы приехали, чтобы в балаклаве поесть свои устрицы, да? Дальневосточный. Я, конечно, ну я не знала. Но она считается. Нет, я там ела, я обращала внимание, но я не думала. Я думала, здесь и этих мест. А сейчас, если я беру, то уже как бы без разницы. Ну вот, подержишь вот так, я буду кушать. Снимай. Да, так, сейчас. Заплачу чуть побольше, лимончиком, пожалуйста. А лимончиком обязательно. Обязательно, лимончиком. Без лимона не дадут. Покажи. Много. О, как много! А смотри. Покажи. О, класс. Да не все записывается. Кальций. Проверяй. Нормально? А что ей напоминает? Она каждому разному. А вот это нельзя кушать? Нет. Можно. Если вы кальций купите, а я в пакетик положу, там нафотографирую мне канал. Вот это все едим, да? Боже мой, что такое? Ну да, вот это такое. Чистый белок. Чистый белок? Это выше держит, чтобы меня видно было. И что он делает? Лимон. Так. Тебе нельзя тут. Ну что, друзья, за всех лимон нас. Острый. А без лимона можно? Можно, но... Уже... Если вы первый раз едите, вам не понравится. А лучше с лимоном, сейчас женщина попробует. Танюша? О, класс. Скажет, что напоминает. Да белок обыкновенный. Не, ну белок он чем-то... Знаете, что напоминает? Мидиум. А, мидия это... Каждому разу. Мидия, это тоже такая... Это тоже такая лагушка. Огурцы? Кому соленые огурцы? Сейчас соленые огурцы. Да? Да, видимо, лимончик как-то. Лимончиком. На каждой... О, смотри, хороший попался. Устрицы разных вкусов. Вот. А, вот это немножко содержимое. Вот да. Так, это так. Суши нет, все.
Это ниже меня. Да, давай. Ириш, давай, иди туда же. А это жирненькая какая, да? И внутри какая красивая. Вообще, повезло прям. И за 200 рублей всего. Так, кажется, мне есть там нежный. Возьми мою вот эту чистую, я только распаковала. Ну, мы же с автобуса. Свой рот. Хорошо, понятно. Какое же мясо не берете вы, пан? Вот так вот бери, как я, да, давай, да, пробуй. Ножки нужны? Да, пакетик, пожалуйста, нафотографируем. И скажи, расскажи про ощущения свои. Огурцами чуть-чуть пахнет, да? Они прям маринованными. Да, 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 и свежие, и маринованные. Но мне больше миди напомнило, что-то мягкая вот... Мягкая такая. Бывает немножко жестковатая, это прям... Покажи внутренности. А, ты уже почти съела? Проглотила, да? Да. Очень вкусно. Спасибо, молодой человек. Сейчас я заплачу.